колдуя друг над другом, пара из России буквально заворожила 10-тысячную арену. На танцевальную магию всего 4 минуты, включая выход, сам танец и поклон. При этом действия танцоров не ограничивают. За одну композицию медленный вальс легко сменяется венским, динамичным фокстротом и переходит в страстное танго. Экспрессия, царящая на паркете, усиливается в зрительном зале. Такой теплый прием, но на самом деле мы выступали не раз на чемпионатах мира. И, в принципе, по такому приему это можно отнести только в Китае, да? Да, подобная публика. На публику работает все, и свет, и музыка. Обязывает формат соревнований. Каждое показательное выступление – полноценный шоу-номер. История из жизни, о любви и дружбе, коварстве и ненависти. Поэтому на танцполе Джеймс Бонд и его подруга – искусительница и искушенный. А вот и вовсе парящие на крыльях любви. Нам очень приятно, когда чемпионаты проходят здесь, потому что здесь великолепная площадка, великолепный паркет, великолепный свет, великолепный звук. Танцоры здесь чувствуют себя очень комфортно. Поразили гостей вечера и внеконкурсные участники соревнований, на личном примере доказавшие, что танцевальное искусство подвластно всем. Хореографическую зарисовку в исполнении артистов-колясочников трибуны встречали стоя. Не отпускал зал и дуэт Ирины Новожиловой и Александра Жираткова. Шпионские страсти, разыгранные на танцполе, тронули не только зрители, но и экспертное жюри. Российский Джеймс Бонд и его подруга стали лучшими из 14 пар со всего мира, в очередной раз подтвердив высочайший уровень российской школы бального танца. Анна Кокорина, Александр Козлов, 12 канал.